Что, всем привет! Снова ворон в кадре. Да, ворон, это что значит? Это мы, значит, что-то будем на нем делать. Или в лес, или как-то его эксплуатировать. Там, не знаю, если видно. Еще подружка его, наверное, у нас появилась. В прошлый раз не показал. Сейчас покажу. Видно плохо. В общем, вот такая подруга ворона. Почти 2 месяца уже у нас. Живет 2-летняя кобылка вороная. Потихоньку только ко мне начинает привыкать. Хлеб вот с рук, наверное, на 2-й или на 3-й неделе начала брать. Гладиться никак не давалось. Сейчас вот пока воду пьет, стала разрешать гладить себя. Все с каждым разом вроде поспокойней, поспокойней. Ну, к весне будем пробовать ее заезживать верхом. Будет ворону подмена. Да, подружка? Как-то вот так вот это, в общем. Может, еще и попробую сани ее запречь нынче. Как видно будет, как у нас будут успехи к приручению идти. В общем, у нас с вороном, как обычно, зимние забавы. Отправились мы с ним за дровами. Вот такие сани у нас в этом году. Попробуем, протестируем. Вот я 31 декабря тут проезжал, смотрел вечером. Заедем, мы вообще не заедем, что по уровню снега. Ну, снега, оказывается, не особо много. Как бы, вот сани, вчера я их мерил, просили у меня высотой 30 сантиметров, получается. Редко где 30 сантиметров в сугроб я заезжаю, что они упираются, гребут. Так, в принципе, пойдет. Как-то вот так вот стоять только неловко. Можно выпасть, когда резкие остановки ворон делает или резко наоборот стартует. А так, в принципе, пойдет. Что получится, не получится, конечно, а то может они над дорогой развалятся от веса, или дуга все-таки сломается. Дуга у нас лопнутая позапрошлого года еще. Но что получится. Побыстрее. Погода опять у нас портится. Думал, набьем с вороном дорогу и нормально. На сегодня у нас снегопад. Потом что-то там и потепление, и дожди опять обещают. Что получится в итоге с этой дороги, непонятно. Может, будет потом в сторону скидывать с нее, если не будем угадывать. Потому что первые разы я проваливался до конца, до земли. Сейчас мы идем своим следом. О, лишняя веревочка у нас. Бавляй. Лишняя веревочка болтается. Сейчас поправлю. И поедем мы дальше. Стой. Если вот так вот будет, то в принципе пойдет. Если будем угадывать. Если сейчас получится еще поездить. А так вот, вот боком получается, скатывается со следа, если не угадывает. Можно набить шире, и будет более устойчиво. Груженые мы должны посильнее давить, а то я сейчас легкий тут. Он меня тут, наверное, особо и не чует. Если я и выпаду, он не заметит. В прошлом году мы вот тут вот ездили, у нас тут дороги с ним были набиты. В этом году мы едем дальше, 3 километра, наверное, от дома. Если таким ходом, как бы недолго, вот косули, косули, тут все косулями исхожено. В прошлый раз я видел с десяток, когда мы уезжали с ним. Так, тут надо аккуратней. Прибавляй. Здесь муравейники, тут можно перевернуться и выпасть. А если нога застрянет, можно ее и сломать. Ой, да, шагом. Все, приехали с вороном на место. Сейчас, в общем, смотрим, что и как тут дела обстоят. Что можно взять. За раз нам много не увезти, лучше съездим 2 раза.
привезем за два раза тот же объем, что можно и за раз, но сломать что-нибудь. Так что все, приступаем. Некогда, некогда. Вот так вот получается. Главное, чтобы без меня не убежал. Подожди, ворон, меня, ворон, подожди меня. Айда, айда. Вот так вот в деревне и живем. Всем привет. Можно чай сидеть пить.